Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. А для Сергея Голубя еда – это и есть жизнь. Он с удовольствием ее готовит. Не для себя, конечно, а для посетителей кафе «Ретро». Сергей Голубь – повар. Сложно представить, но до 9 класса он не умел жарить даже яичницу. Потом все изменилось. По примеру сестры и тети кондитеров, решил стать поваром и поступил в Анапский колледж сферы услуг. Параллельно начал работать. За 5 лет трудовой деятельности не просто освоил до мелочей технологию приготовления, но добавляет авторский элемент в привычные блюда. Например, шварцвальдская вишня. Вот. Это, то есть, как пьяная вишня, но добавлено в нем сыр, особый секрет, сыр добавлен. И на коньяке, коньяк особый тоже. Идет пропитка и украшается. Выглядит очень красиво. Добавляет изюминку. И процесс приготовления совсем другой. Например, также, например, сливки с сыром взбивать, да? Или наоборот взбить сперва сыр, а потом уже добавить сливки, не до конца взбитые. Уже совсем другой вкус. Торты и пирожные, как признается по секрету Сергей, он и сам не прочь отведать. И не только собственного приготовления. Но готовить больше всего любит мясо. Настолько необъятная палитра блюд. Это салат теплый будет. Состоять из свинины, фасоли стручковой, листа салата, помидорки черри. Это будет заправляться бразильским уксусом и оливковое масло. В день Сергею приходится готовить по 30-40 заказов. Быстро, качественно и вкусно. Свою профессию Сергей считает самой лучшей. Всегда в тепле, всегда, то есть и кушать не хочется, всегда на кухне можешь покушать. Да и ощущение удовлетворенности от того, что приготовленная тобой еда дарит кому-то несколько приятных минут. Повар – это все-таки немного волшебник.